Энергия 15%. Энергия 30%. Энергия 15%. Энергия 30%. Скафандр поврежден. Вы включили насосы. Попадите к люку, затопите ядро и немедленно доберитесь до лаборатории. Когда я держу пушку вот так, то выгляжу круче. Прикрою тебя. Позвольте мне отойти. Я буду ждать здесь и помогать всем, кто придет. Thank you.
Энергия скафандра 100%. Там чертов зверинец впереди, док. Будьте осторожны. Thank you.
5%. Арматуры скафандра.
Гордон Фриман, наконец-то вы нашли нас. Значит, это он, да? Думал, вы не доберетесь. О, ерунда, Хантер. Ничто не устоит на пути нашего странствующего рыцаря в сияющей реактивной броне. Видимо, нет. Ну что ж, сюда, доктор Фриман. Мы не ждали вас. Сюда, Гордон. То, что вы видите перед собой, база снабжения для первой группы наблюдения. Довольно много отличных образцов было собрано в пограничном мире и доставлено сюда. Пока команда сборщиков сама не стала объектом сбора. Как-то так. Эти показания дали нам основание полагать, что на той стороне существует огромный портал, созданный и поддерживающийся за счет концентрации энергии одного мощного существа. Я уверен, вы сразу его узнаете. Мне не хочется сообщать об этом, но вы должны убить его. Да, вам лучше его убить. Никаких «если», «но» и «бы». Конечно, нам вы ничего не должны, доктор Фриман. Но вы прошли через многое. Вы знаете об этих существах больше, чем кто-либо. Если вы его не уничтожите, ну, скажем так, вам некуда будет возвращаться. Да, поэтому если вы готовы, мой коллега ждет вас около главного пульта. Доктор Штейнман откроет вам шлюз. И не позволяйте наглости Хантера напугать вас. Мы все немного на взводе после инцидента. Он снабдит вас вооружением для предстоящих задач. Торопитесь. Фримен, ну кто бы мог подумать, что ты все еще жив? Доктор Фриман, я рада, что вы справились. У меня для вас есть еще одно последнее устройство. Это модуль длинных прыжков. Я создала его специально для передвижения по тому миру. Надеюсь, вас обучили длинному прыжку. Как только вы окажетесь в Зене, он понадобится. Так значит, вы и правда собираетесь довести это дело до конца. Вы смелее, чем выглядите. Это моя личная коллекция. Лучшая военная экипировка по эту сторону Рио-Гранде. Сделайте это. Обещайте, что найдете хорошее применение. Здравствуйте, Фримен! Я здесь!